ненадолго погулять, потому что у Артешки нет температуры. И ты уже извозюкался. Посмотрите на него, в песочницу залез. И весь грязный. Ты грязный весь, зайка? Давай в карман? Да, в карман. Кладишь. А вторую вот в этот карман. Вот, а теперь ты можешь на самокате прокатиться. У тебя шишки в кармане. Где самокат? Нет. Где же он? Вот же он. Все, теперь можно катиться. А пойдем вон туда, направо. Давай не будем далеко от дома уходить, а, зайка? Мы на часик всего пошли, даже поменьше, посмотрим. Как, замерзли, не замерзли? Ну, ему-то тепло, а мне что-то не очень. Хотя я уже надела пальто. Но шапку не надела. Алишер, как сказать, поддался моему влиянию и делает тефтельки. Я собиралась делать сама, но Алишер меня обередил, потому что я укладывала ребенка. Опа! Должно быть вкусно. Это из остатков фарша, который... Много остатков фарша, который был для перцев. Вот какой шедевр получился. Тефтельки развалились. Ты знаешь, Алишер, тут кое-чего не хватает. Тут не хватает ложки. Вот теперь лучше. Же суп. Приятного аппетита. Ого. Чтоб все съел. Кушай давай. Вкусняшка. Папа готовил. Так долго дрых. Почти 4 часа. Знаете, как долго? Хотя обычно спит полтора часа. Я уже успела заскучать на самом деле. Рекса меня не узнала. Сейчас прошла. В коридоре такая. Кто это там? Я сейчас сидела и вязала. Не поверите, но я во второй раз распустила то, что я вязала, потому что мне не нравится. И, блин, надо отложить эти нитки, короче, что-то у меня с ними не клеится. Я решила, что я вернусь вот к этим квадратам, которых у меня целая куча. Когда-то я начинала это вязать, когда была беременна и думала, что буду делать плед для Артёши. Но Артёша родился, ему подарили плед, и, в общем, это потеряло свою актуальность. Потом я думала, что я сделаю из этих квадратов лежанку Кузи. Но мы купили Кузи в итоге. Хорошую лежанку. Вот. И квадраты опять же остались. И одна из подписчиц предложила мне гениальную идею сделать сидушки на... стулья, и это очень крутая идея, потому что наши кухни, вот эти, которые я покупала год назад, наверное, они, короче, уже начали тут вон рваться, они изнашиваются, ну, в общем, они уже некрасиво выглядят. Я хочу эти квадраты либо нашить сюда, надо подумать, либо просто как чехол такой сделать. Я отправила Алишера с Артешей на прогулку, потому что я хочу немножко прибраться. Чтобы хотя бы полчаса вещи лежали на своих местах. Поэтому я сейчас начну этим заниматься. И параллельно, наверное, буду наговаривать на диктофон свою книжку, потому что мне намного легче наговорить ее на диктофон и потом перенести на чистовик, чем сидеть перед компом и писать ее. Не знаю почему. Короче, как-то это сложно. А когда я наговариваю, оно само идет. Не знаю, как историю рассказываешь. Поэтому буду... делать так. Я сегодня переписывала, кстати, очень много из диктофонов, я не переписала, получилось больше 3 страниц, я прям вот уже устала, отложила это в сторону, потому что, ну, как бы, если просто сидеть и писать, ну, если ты заранее придумал примерно и садишься писать, то ты страницу за полчаса пишешь. Вот, а здесь я как бы 3 страницы перенесла на чистовик, не знаю, сколько времени заняло, но вот Артемий долго спал, поэтому я много чего успела сделать, помимо книжки еще тоже, еще и потом и на вязание переключилась, а перед этим я и работала, вот, в общем, кучу времени сидела над этим, а потом уже концентрацию потеряла, что-то как-то слишком светло. Вот, и сейчас надо немножко ручками поработать. Вообще, что-то мы, по-моему, разлюбили за эти пару дней. Но завтра уже все. Даже если мы куда-то не отправимся, завтра будет у меня много всяких мелких дел. Я буду к этому Алишеру еще привлекать, если у него будет выходной, если мне с этим повезет. Вот, так что уже все. Вернемся в рабочий процесс на все 100. Носик будем пробовать? Да.
Он не боится грудь, понимаешь? Давай. Второй раз будешь? Да. Давай вылезать. Би-би-би. Давай вылезать, зайка. Давай. Укладывала я ребенка. Укладывала. Чувствую, безумно есть хочу. Ну, что я такая голодная уже? Типа ночь спать. Пора не есть. И тут я вспомнила, что я уже часов это 6 точно не ела. Просто забыла. А я из тех, кто каждые пару часов что-нибудь надо съесть по чуть-чуть там. Ну, что-нибудь такое. Короче, надо срочно покушать. Но сначала надо покормить Кузю, иначе он мне не даст поесть, он просто сидит и вопит, что кормите меня, я такой голодный, у меня еще полмиски каши, я ничего не съем, но я умираю с голоду. Домой пришел лежать с бокса и ест похудательную лепешку с ужином. Я всех покормила, разгребла рабочую почту, я просто засну за компьютером, поэтому я пошла спать и увидимся с вами завтра, друзья.